Всем привет, с вами певец Ники, это ТВ Шанс, и со мной Михаил Блинкин. Добрый вечер. Добрый вечер. Как ваше настроение? Ну, я думаю, что очень хорошее, да. Вам нравится атмосфера праздника? Ну, я здесь много-много лет бываю в эти дни, да. А что вы можете пожелать радиостанции «Эхо Москвы»? Радиостанция «Эхо Москвы»? Там работает очень много моих друзей, и молодых, и не очень молодых. И я им желаю сохранять вот этот тонус, оптимизм, вот это терпимость самым разным точкам зрения, готовность встречать людей разных убеждений, готовность с ним дискутировать. В общем, такая площадка, где есть все признаки нормальной жизни. Конечно, я за них очень рад, что у них эти праздники пока еще собираются вот столько народу, да. А вы какое что это за средство медиа, да? А телеканал ТВ Шанс, у нас 10 миллионов подписчиков. Скажите, пожалуйста, какие у вас планы, творческие планы? У меня творческие планы примерно одинаковые последние лет 50. Я пишу научные статьи, я пишу всякие публицистические тексты по поводу городов и транспорта. Иногда даже художественные тексты, если есть время, да? Ну, в общем, на самом деле, я желаю вам всяческих успехов. Спасибо.